И что, Лаврентий Августович, сколько насчитали ремонту? Полтора почти, Шура, почти полтора. Вот что я с этим должен делать, понимаешь? Я ей говорю, Света, ты вообще мозги все вообще остальные растеряла, какие у тебя есть, блин. Вот это вот. Раз в два месяца мне это вот сколько можно терпеть? Она вообще уже мозгов под накрашенными волосами нету, Шура. Полтора ремонта сейчас я вот это вот выкину, блин. Через два месяца снова она разобьет ее к чертям собачьим, блин, да? Вот, Шур, ей вообще-то нужно по городу передвигаться на коленях, понимаешь, с приспущенными в честь траура чулками, понимаешь? А я, хрена я буду покупать ей каждое все время новую машину, Шура? Все-таки ваша жена, как-то нельзя так говорить, наверное. Это Шура, она на 30% моя жена, понимаешь? Она 70% моя сатана домашняя. Вот. Потому что вот это вот, ладно, живая сама осталась. Ничего, ни кровинки, ни слезинки, лак с ногтей не слетел. А вот это вот поло. Хорошая машина, плохая жена. Шура, вот что-то такое, блядь. Вот это зачеркни там, не записывай это, сука. А пойдемте на подлетный лов. Сейчас весна. И утопим ее нахрен. Вот такая мысль. Шура, хорошая машина была, а? Я сам на ней ездил. А я ни разу не прокатился даже. Ну вот, возьми ее себе, ремонтируй. На, пожалуйста, мне не жалко. Бери, полтора лимона плати, бери, тебе ее все отшаманит как надо. Ну, Porsche Cayenne Turbo, это же практически Volkswagen. Volkswagen это, Шура. Понимаешь, людей факать вообще вот это вот. Нравится мне, понимаешь, вот это ваш блатной номер, и да, что ты мне такой даешь? Volkswagen, да, блин, Шура, я не знаю, понимаешь, как я, почему я с ней до сих пор не развелся, понимаешь, Шур, я не понимаю. А потому что она у вас денег много отберет. А потому что она талисман Шура, вот, потому что где она, Шура, там я деньги зарабатываю, и так всегда, почему-то. Ну, опять же, папа генерал. И папа, генерал-полковник. Я у Шуры генерал-полковником никогда не буду. А ее папа всегда будет. Вот это. Ладно, как говорится, железо. Главное, человек живой. Железо что, выкинуть можно или восстановить? Живой. Вот ее железо вот тут, которое у нее в голове, Шура, не выкинешь и не восстановишь, понимаешь? Оно как не работало, так и не работает. Поэтому вот это вот железо, то и дело, понимаешь? Несут на плечах в ямку. За мои деньги, понимаешь? Вместо того, чтобы вот такие деньги взять и пробухать, например. А я могу, Шура. Я их должен вообще куда-то вот своего потратить, хрен знает. Сейчас она будет машину месяц выбирать, она будет рассказывать мне, что ей не нравится, что ей нравится. И давай попробуем, какая мне разница, на чем ты ездишь. Ты, главное, езди, и от меня уже отстань, сама выбери. Шура, я ей буду машину выбирать, которую она сломает, которую я опять буду оплачивать, понимаешь? Фишка, а может быть, в какой-нибудь сервис обратиться, там, дядя Жора? Дядя Жопа, Шура, не хочу я не обращаться в другие сервисы. Вообще, не мои проблемы, Шура. А чьи? Хороший вопрос.